Всем здорово, мужики, это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на инсейн, у меня на балике 100 бачей. В прошлом видосе мы, к сожалению, весь баланс подслили, мы там 300 бачей слили. Ну хотя до этого я, конечно, два видоса подряд поднимал по 200-300 долларов. Но в последнем видосе слил, из-за этого немножко неприятно. Сегодня в идеале, ну все, мы камбэкнуть не сможем, явно сегодня 300 бачей. Не, ну может быть смогу поднять, но это должно прям очень сильно повести. Если мы сегодня поднимем бачи 50-100, я уже, в принципе, буду доволен результатом. Полетели 10 бачей на черное со старта, и можно, пожалуйста, но нет, оно, к сожалению, не падает. Хорошо, давайте попробуем удвоить, тогда 20 бачей и также ставим на черное. Если сейчас выигрываю, то предыдущий проигрыш отбиваю и выхожу в плюс. Давай, 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 надо выдавать черное, по-братски, я тебя прошу. Ну черное, стой, 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 стой. Что это? Ну это красное, ну как неприятненько. Ладно, 30 бачей поставим, чтобы просто хотя бы соточку нашу вернуть, я уже буду доволен. Пожалуйста, выдай черное, я тебя прошу. Ну что, реально ты опять нам красное выдаешь? Так, ладно, тогда, наверное, на этом лучше я не буду дальше удваивать, но я дальше не могу удвоить, у меня на балике 40 бачей. Но сегодня, получается, будем с этого баланса подниматься, надеюсь... Ну, сможем поднять также бачи 50-100. Это надо уже сделать x4 к балансу. Ну ладно, надеюсь, мы сможем подняться. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на инсейне, если вы первый раз регаете по моей реферальной ссылочке в описании под видео, вы можете при пополнении ввести промкод Никилар и на первый депозит получить плюс 100% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего. Скиваться, карты, скинами, крипто, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике в инвентаре скинами получили 2000. Вы со старта будете в хорошем плюсе. На все последующие пополнения можете использовать промокод 30Никилар. Он вам будет давать плюс 30%, что тоже очень даже неплохо. Ладно, полетели тогда, сейчас в лаву залетим. Сейчас буду по 5 бачей играть, потому что балик у нас маленький. Но сегодня в идеале хотя бы соточку нашу вернуть и выйти в маленький плюс. На самом деле тогда вот такие на сегодня планы поставим. Полетели лава, вот эта вот салатовая зеленая клетка. Будем надеяться, что в нас не попадет. Так, на, хоть и рядом, но в меня не попал. Но это ладно, это самый маленький был кэф. Вот сейчас две клетки пережить, но я думаю, ну это 1.25, тоже небольшой кэф, но две клетки, думаю, мы сможем легко пережить. Да, две клетки мы опять рядом, кстати, ну ладно, переживаем две клетки. Вот, вот сейчас самое интересное. Если мы выигрываем, мы лутаем 22 доллара. Лава упадет в 6 клеток. Так, давайте, как будто можно здесь же остаться. Не знаю, просто есть ощущение, что надо остаться здесь. Просто довериться этому цвету и остаться вот в этой ячеечке. Надеюсь, меня моя интуиция не подводит. Пожалуйста. Последняя в меня ударила. Ну как неприятно-то, блядь. Давайте еще. Ну прям последняя выпуск. Ну как неприятно, как неприятно. Ой, ужас, ужас. Прям последняя в меня ударила. Ой, бля, ладно, полетели. Одна клетка. Блядь. Задолбался, он вечно рядом бьет, как-то очень опасно. Верю, этой клетке полетели. Лава упадет сейчас в 4 клетки. Надеюсь, в мою зеленую не попадет. Все, что могу сказать. Найс, в меня не попадает. Так, сколько... Ой, сейчас 5 клеток, если я переживаю, опять будет 22 доллара. Не знаю, как будто здесь оставаться бред, но вот интуиция подсказывает, что надо остаться в этой. Не знаю, я эту клетку полюбил просто потому, что один раз здесь залутал 7x на этой клетке. Я понимаю, что это не значит, что мне каждый раз теперь эта клетка будет выдавать, но я хочу попробовать. Найс, мы переживаем, нормально, 22 доллара. Я могу еще раз пережить, будет 54. Но мне кажется, это бред. Мне кажется, это бред, лутать уже пытаться 10x, мы и так 4 зал. Да, забираем. Но вот мне интересно сейчас, вот давайте 5 поставим. Просто вот я бы угадал или нет. Сейчас 5 бачей, 5 клеток вот сюда. Я бы здесь же остался, еще 5 клеток пережил. Отлично, отлично, что я не поставил, все, я в этом убедился. Полетели, еще раз в ролл залетим. Надеюсь, сейчас мне все-таки... Инсейн будет выдавать получше. Давайте сейчас 10 бачей, наверное, поставим на красное. Да, до сих пор ну, красного не было давно. До этого я ставил на черное, сейчас на красное, потому что черный стрик уже был. Ну, вроде... Эх ты, сука. 22 бакса поставим на красное. Но надо рискнуть, уже пора. Чтобы камбэкнуть балик, надо рискнуть в любом случае. Давай, 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 давай. Да что ты выдаешь-то, я не понимаю. Апгрейд, 5x полетели, 45%. Ну спасибо, выигрываем. Может еще разочек тогда? Сейчас если второй раз выиграем, то нормально. 30 бачей камбэкаем. Ну слушайте, второй раз выиграем. Ну что, может тогда сразу сейчас вот так вот на красный и выигрываем и тут? Я вот из ролика в ролик хвалил этот ролл, и сейчас он мне решил просто разом меня всего слить. Меня это бесит. Я столько хвалил этот режим, и в итоге, блядь, ради чего я его хвалил? Чтобы он меня так начал сливать? Ладно, лава, надеемся на чудо, на эту клетку. Охренеть, мы переживаем, мы живем. Так, в одну клетку. Это на сколько у меня повысится? Сейчас 18.1, а тут что, 18 будет? А, ну здесь маленький кэф добавляется, да, лучше заберем. Так, ну ладно, неплохо. Чуть-чуть как бы подразменялись на балике 23 доллара. Ну пока все равно в минусе, на самом деле пока плохо. Пока все равно плохо. Полетели, также 10 бачей поставим на красное, все так же. Давай, давай, родной, выдавай красное. Ролл, я в тебе сегодня хоть раз выиграл вообще?
Не, я понимаю, последний ролик и 2 я на нем только поднимался. Наконец-то, спасибо. Но надо еще раз выигрывать. Также 20 бачей ставим на красное. Я псих. Давай. Вот, умница. Молодец. Да, найс. Так, ну 40 бачей, мы камбэк. Ну, короче, я, наверное, сейчас сделаю максимально тупой поступок, но я хочу еще раз поставить. Только теперь на черное, потому что три раза подряд падало красное. Пожалуйста, пожалуйста, ну ты. Надо было на красное. Нет, надо было вообще не ставить. Ну так-то в первую очередь, да? Я только поднял балик, и я опять начинаю рисковать ставить много. Но в идеале надо было ставить просто на красное. Так, опять рядом бьет, но мы пережили. Сколько сейчас будет? В 5 клеток упадет. В эту же ячеечку полетели. Ну, блин, кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать? Краш! 5x полетит. Не, ладно, тут. Ну сейчас смотри, тут был бы хороший кэф, плохая идея. Так, кейсики. Можно кейсик у тебя один открыть за вот $1 полетели. Может быть, он меня купит. Давай. Так, выдал он мне. Ну, $28 окупился, но не жестко. Давай, красное. Но ролл меня сегодня слил. Так долго хвалил этот режим, то что я в нем всегда окупаюсь. Я гений ролла, я всегда его предсказываю. Вот, да выпендривался. А, зеленая нам понравилась. Я хотел, кстати, думал ставить на зеленое. Ладно, давайте, последняя попытка. Сейчас с апгрейда. 1.40 покупаем на максимум. Апгрейд. 5x. С богом. Да ну нахрен, выиграл. Че, еще один 5x надо? Да ну нахрен, второй раз выиграл, что? Подождите, давай, вот сейчас. Момент истины, если мы сейчас выиграем, у нас есть... Если я сейчас камбэкну все с $1.40, это супер красивый видос. Это прям максимально красивый видос, но надо камбэкнуть. Красная, да, падает? Красная? Ах ты, я думал уже выиграл. Ну ладно, неплохая попыточка. На этом заканчиваем видос, последние 2 ролика у меня получается минуса. Но ничего, мы зато за позапрошлый, за позапрошлый ролик подняли плюс 600 бачей буквально за 2 ролика. Пока что мы все равно в хорошем плюсе на инсейне. Но надо как бы больше. Надо больше поднимать и окупаться еще лучше. И мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на инсейне, так же как и я, вы если первый раз регаете по моей рефсылочке в описании под видео, вы можете ввести промкод Никелар и на первый депозит получить плюс 100% к пополнению. Депать можно абсолютно со всего, с кивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей у себя в инвентаре, скинами получили уже 1300. Вы со старта будете в хорошем плюсе. На все последующие пополнения можете использовать промокод 30 Никелар, он вам будет давать плюс 30% к депозиту. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий, это сильно помогает продвижению ролика, хоть мы и видосы слили, но чтобы просто меня поддержать, можно поставить лайк, подписаться на канал и написать какой-либо комментарий. Все, парни, всем удачи, всех люблю.